Скупка аккумуляторов на улице Смирнова. Этот мужчина работает здесь регулярно, говорит, уже порядка 4 лет. И все это время его деятельность незаконна. Управление муниципального контроля администрации города Иваново совместно с сотрудниками МВД провели рейд по пресечению несанкционированного приема аккумуляторных батарей БУ. Полиция может привлечь скупщика за деятельность без оформления ИП или юрлица. Мы по своей части проверяем эти точки сбыта на наличие разрешения на осуществление деятельности в конкретном месте. Естественно, не в большинстве случаев, а всегда его нет, этого разрешения. И наступает административная ответственность по статье 5.1 областного закона 11 УЗ. Соответственно, мы составляем протоколы и направляем материалы в суд на рассмотрение. Место тут не хлебное, рассказывает скупщик. Максимум 5 аккумуляторов за день. А между тем, отработанные батареи относятся к отходам 1-4 класса опасности. Все, что связано с их сбором или утилизацией, требует лицензирования. Виктор говорит, что штрафуют его не в первый раз. Хозяин, на которого мужчина работает, о незаконности своего бизнеса прекрасно осведомлен. Было на суде, он присутствовал. Все знает. Что с меня брать? Чего с пенсионера брать, а? Один внук в Москве на 4-м курсе, надо денежки. Другой чемпион мира, золотая медаль, тоже для него надо. Данное правонарушение предусматривает административный штраф на граждан в размере 1000 рублей, должностных лиц – 5000 рублей, на юридических лиц – также 5000 рублей. К слову, Виктор прекращать свою деятельность не намерен и даже не скрывает этого. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.